Всем привет, друзья! Канал Мусалим. В работе у нас Ford Kuga. Автомобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Показываем готово обработанную заднюю арку. Максимально обрабатываем поверхность. Наносим мы данный компонент с поливизатора. Толщина его достигает 4 мм. Он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Сейчас ждем, пока это все немного подсохнет, чтобы установить на место подкрылок, поставить колесом. Ну, а пока ждем, мы клеим в подарок штатные подкрылки. Такой вот двухкомпонентный шумопоглотитель. Черный — это у нас вибропласт, серый — это у нас шумопоглотитель. Толщина его 4 мм. Так выглядят жидкие подкрылки на автомобиле. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!